Привет, друзья! В среду вечером 8 июля на телеэкранах канала Fox вышел первый эпизод сериала «Ты постучись в мою дверь». И этот старт стал лучшим началом сезона. Первый эпизод заложил позитивное начало как в рейтингах, так и в социальных сетях. Хандея Черри Кирем Бурсин привлекают внимание своими веселыми моментами на съемочной площадке. Два успешных имени показали, насколько они совместимы и хорошо ладят на съемочной площадке. Также сериал получил много положительных комментариев в Твиттере, вошедших в повестку дня в Турции. Помимо того, что фанаты оценили забавную постановку сериала, также отметили гармонию Хандея Эрчели и Керема Бюрсина. Восприятие сериала отразилось крайне позитивно. Но, конечно же, вслед за сериалом «Мистер Ошибка» и тут не обошлось без критики. Известный журналист и музыкант Сина Кулоулу серьезно раскритиковал сериал. «Вы не ищите логики в проекте, просто следите за событиями», — сказал журналист и поставил под сомнение сценарий сериала. Также Сина отметил, что сериал создан для фанатов Хандея Эрчели и Керема Бюрсина, и что никакого ощутимого сценария он не заметил. Игра актеров также на среднем уровне. Это работа, которая осталась незавершенной. Но это еще не все. Телевизионный критик Мурат Толгащен назвал Хандея Эрчели худшей актрисой и оставил комментарии в социальных сетях. Эта девушка, несмотря на весь ее опыт в сериалах, в настоящее время держит титул худшей актрисы, играющей в сериалах. Неужели хотя бы раз человек не может показать эмоции или выразить интонацию? Автор также назвал сериал «Ты постучись в мою дверь» худшим проектом всех времен. «Я буду честен, хотя мои ожидания от летних сериалов были равны нулю. Я давно не смотрел такой картины с плохим сценарием, игрой и съемкой. Сериал вышел настолько плох, что на его фоне проект «Мистер Ошибка», который я раскритиковал на прошлой неделе, стал адаптацией «Макбета» трагедии Уильяма Шекспира, снятой режиссером Романом Полански. Несмотря на такое категоричное мнение критиков, судя по рейтингам, публика осталась довольна, и большинство считают, что Хандея Эрчели вжилась в эту роль. Аудитории также понравилось выступление Керема Бюрсина в романтической роли. Дуэт был объявлен поклонниками в социальных сетях как пара номер один сериалов этого лета. На этой неделе в сети интернет появилось видео со съемок сериала «Ты постучись в мою дверь», где Ханда и Керем очень долго целуются. Эта сцена стала причиной распространения новых слухов о начале новых отношений между Керемом Бюрсином и Хандой Эрчели. И что истинная причина расставания Ханды с Муратом – новые отношения с Керемом. А что думаете вы, друзья? Если между актерами искра или это только хорошая игра? А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайк и до новых встреч в новом видео.